Инфляция в Турции разгоняется. По итогам апреля она увеличилась до 7,9%, сообщило Национальное управление статистики. Аналитики видят причины в скачке цен на продовольствие на 14% и в ослаблении лиры. Только с начала года турецкая валюта подешевела к доллару на 14%. Центробанк Турции на прошлой неделе увеличил прогноз годовой инфляции с 5,5% до 6,8%, подчеркнув, что пока не видит оснований ужесточать денежную политику. Слишком высокие ставки могут задавить экономический рост. Тем более, что Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП для Турции на этот год.